Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Google Pixel 9. А сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим энергосбережения. Итак, мы свайпаем вниз, ищем здесь режим энергосбережения. Если его здесь нет, нажимаем на карандашик, проходим вниз, ищем его уже тут, перетаскиваем вверх. Далее можем на него нажимать. В общем, нажимая на него, можем его включать и выключать. Здесь мы можем выбрать стандартный режим, также режим экстренного энергосбережения. Также можем перейти в настройки, зажав на нем пальчик. Опять же, можем здесь выбрать режим и можем настроить расписание и напоминание. Можем включать с учетом уровня заряда и выбрать здесь процент, при котором у нас будет автоматически включаться данный режим. И отключать, когда уровень заряда достигнет 90%. Также можем включить напоминание режима энергосбережения. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.